Зимняя премьера в Театре молодежи во Владивостоке. Здесь покажут легендарную русскую сказку «Морозко». Зрители увидят на сцене колоритных персонажей, волшебство снежного леса, настоящую любовь и счастливый финал. А еще познакомятся с таким уникальным явлением, как балаганный театр. Это сказка на две страницы, да, которая имеет очень жесткий и страшный финал. Вот, поэтому, если говорить про классический и архаичный материал, то он тоже не тот, который мы с вами видели в одноименном фильме. Да, поэтому «Морозко» фильм – это тоже интерпретация классического материала. Вот, поэтому мы здесь ни в коем случае не вступаем в никакие складки и не пытаемся ничего осовременить. Тут у нас задача другая. Наоборот, у нас есть исторический пласт, с которым мы работаем. Поэтому желание поставить спектакль по народной сказке «Морозко» вылилось в то, что мы начали изучать материал. Что такое «Морозко» в свое время, что такое русский народный театр, что такое балаганный театр и какие представления вообще существовали ближе к первоисточнику. Да, так у нас появился балаганный театр. Балаганный театр – это громадное и великое явление в нашей русской культуре, да, которое достаточно забыто, и я, допустим, о нем узнал так подробно, только когда начал изучать уже в процессе работы. Какими новыми красками заиграет известная сказка, когда за нее возьмутся актеры балаганного театра? Узнаем на спектакле в Театре молодежи, сцена которого превратится в место праздника, веселья и театральной магии. Евгения Брыкина, новости на Восьмом.